Я искренне рад сегодня вас поздравить с первым весенним праздником, с днем 8 марта, с международным женским днем. И вот весна всегда олицетворяет у нас международный женский день. Цветы, хорошая погода, как сегодня, солнечная погода и на небе облака. Прям вот все торжественно, все для вашего праздника. Когда человек рождается, первым, кого он видит, конечно, мама. Дорогие наши мамы, бабушки, прабабушки, жены, дочки наши, хочу искренне вас поздравить с этим праздником. В первую очередь в этот еще пока ковидный год пожелать вам здоровья. В первую очередь. Настоящего женского счастья. Ведь настоящее женское счастье, я спросил у супруги, что это такое, она говорит, у каждой женщины свое. Настоящего женского счастья вам, мира, добра, чтобы с вами было всегда мужское надежное плечо, чтобы ваши дети всегда вас радовали. Ну и добра, мира и всего самого доброго.